Не чешись! Я ничего, я ничего не делал. Не тебе. А кому? Котенку. Она котенку. Ну-ка, не чешись! Тебя что, блохи, что ли? Ну-ка, убрал лапу. Нельзя чесаться. Так, и кусаться тоже нельзя. Какой противный, а? Ути маленький, он разложился на клавиатуре тут рядом со мной. Майнкрафт смотришь, молодец. У него, короче, мама на улице котенка нашла и принесла домой. Вот сейчас Катя как будто ребенком обзавелась и каждый день вот с ним разговаривает, там задницу потирает. Но на самом деле котенок реально миленький, поэтому у него сейчас дома два кошака. Один огромный. Посмотри на меня! Посмотри на меня, я фотографию сделаю. Посмотри на меня. Смотри, ну, с кином посмотри. Смотрю. Наверх посмотри. Смотрю, наверх. Смотрю. Ты не на меня смотришь, дубина! Куда смотрю? Куда мне смотреть? На меня, в мое лицо! Я в лицо в тебя смотрю, в вот, твою... вот, вот так, вот. Да, вот. Вот так смотри, вот. Фотографию тебе скину, в группу запостишь. Опа, кстати, ссылка на мою группу есть в описании, приходи, там Катя что-то запостит. Вот, кстати, если кто-то удивляется, где я сейчас нахожусь, что я вообще сейчас делаю, дай я тебе быстренько покажу, что... Кстати, я... да! Ты меня бросил опять! Да ты подожди, да я подписчика... Под... меня! На кого ты меня оставил? Иди в за... Ой. Короче, подписчики. А ну не кусайся. Да я ничего не делаю. Да я не тебе. Это новая золотая кнопка, какой у меня еще не было. Вот там у меня старая золотая кнопка, вот там видите. А вот это новая золотая кнопка со второго канала Эдисон Перед. И вы тоже можете поцеловать, потому что это, в частности, ваша заслуга. Точнее, в основном ваша заслуга. Поэтому все ее увидят, а вот Катя не увидит, потому что Катя не в Португалии. Может быть, серию начнем? Мы уже начали, как 5 минут назад. Так пошли, нам сегодня много-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 много всего надо сделать. Мне послышалось, ты говно сказала? Нет, ты сказала много-много-много-много-много-много-говно. Все понятно. Много-много-много-много-много-много-много. Перед тем, как мы начнем наше экстравагантное, эксклюзивное, эксцентричное экскаватор путешествия, нам нужно отправиться в одно место, с которого мы вернулись в предыдущей серии. Катя, я жду тебя в лодке. Давай. Опять это лодка. Опять в море. Время песенок. Не хочу петь. Не хочу. Я петь хочу, рэп читать, йоу. Ну давай тогда рэп читай. Давай. Мы плывем посреди океана. Я уже задолбалась эту петь. Йоу, котенок лежит на клавиатуре. А Эдисон пипука. Раз, два, три. У-ху! Аривидерчи, амиго. Эй! А зачем ты выпрыгнула? Я для эффекта. Я иду, и ты идешь. Я иду, и мы идем. Ты идешь, ты идешь, и я иду, а вместе мы что? Идем! Неплохой такой рыбчанский, неплохой. Так, у меня очень сложное решение прямо сейчас предстоит. Что мне, что тебе. Потому что с одной стороны нас могут надуривать, а с другой стороны мы сейчас можем добиться просто нереально огромного успеха. Не томи. Ты готова слушать, а да? А ты провод не грызи. Да я ничего не грызу. В первую очередь нам сказали то, что если мы с тобой в будущем прокачаем вот этого оружейника, то он будет продавать нам зачаренные алмазные всякие вещички. Поэтому, скорее всего, мы его тоже будем прокачивать. А с другой стороны... В предыдущей серии мы с Катей купили чародейскую книгу на удачу 2. И знаешь, что я заметил в комментах, писали подписчики? То, что если купить еще одну такую книгу еще на удачу 2, то потом эти две книги на удачу 2 и на удачу 2 можно совместить. И будет удача 4! И будет удача 3, 4, максимум 3 только удача бывает. И вот, арифметику вы не знаете. И вот я думаю, реально оно так, или мне кажется, что меня немножко обманывают?
Как говорится, не узнаешь, не попробуешь. Ну, в смысле, наоборот. Не попробуешь, не узнаешь. Ну ладно, учитывая то, что это уже где-то 27-я серия выживания с Катюхой, и за все это время вы нас вроде не обманывали и в комментах писали только самые годные штуки. Ну, исключая... Ну, кроме того, чтобы убить черепаху. Кроме того случая, когда вы сказали, чтобы Катя убила черепах, а? Потому что с них выпадают читки, когда они умирают. Ага, конечно. Ну, исключая вот это всего, скорее всего, Кать, я тебе предлагаю попробовать. Библиотека не там, он здесь. Стой! Стоять. Так, ставим изумруд и ставим книгу. У нас получается еще одна книга на удачу 2. Я покупаю, но если что, вина на твоей совести будет. На моей? Нет, не на твоей, я в камеру показал, туда. Раз, ну, конечно. Два, па! У нас две книги на удачу 2 и 2, в итоге 22. А вот сейчас надо возвращаться домой, чтобы это все совместить. Давай, опять в лодку. Опять в лодку. Кстати, я же сказал то, что это где-то 27-я серия выживания. Мы же для тебя специально в описании подготовили плейлист. Ну, то есть сборник каждой нашей серии с выживания. Можешь перейти в плейлист и посмотреть все серии, если ты до этого момента еще не видел. Или, возможно, ты какую-то случайным образом пропустил. А вот если зайдешь туда, не пропустишь. И не будешь пипукой. Вот. Это ты, пипука. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-нибудь другой транспорт в этом мире, кроме лодки? Крылья. Но до крыльев нам с тобой еще надо дорасти. Мы плывем. Мы дебилы. Пара-пау, у тебя стрела во лба. Скушай гнилую плоть. Ла-ла-лоть. То есть ты... Ну да, типа, я хотел идти показать то, что я крутой, а ты лохопедшкуна. Что? Лохопедшкуна. У нас тут еще... У меня 6 лам. 6 лам. В одном месте. 6 лам. Причем эти плавают нормально. Эти плавают. Так, ладно, я сейчас посмотрю, стоит ли нам дальше в будущем доверять подписчикам, или все же нам прекращать читать комменты, которые мы читаем под каждой серией. Удача. Кошку покормить. 2. И удача. 2. И в итоге... Господи, помилуй! Извините. Ты сейчас сердечко чуть не выскочило. Будь здорова, Катя. Удача 3! Реально получается удача 3! Офигеть! И что нам это дало? Только я до этого потратил 6 своих уровней. Прикинь, сейчас, Катя, эту удачу я даю тебе. И ты прямо сейчас чаришь свою кирку на удачу 3. Я просто в шоке. Чё-то, мне кажется, в следующих сериях мы добудем просто стака 2-3 алмаза. Требуемый мой уровень 7, у меня 34-й. Итак, у меня эффективность 3, прочность 3, удача 3. Матерь Божья, это почти лучшая кирка, ещё бы тебе на починку это зачарить. Ну всё, Кать! Да, потому что... Ага, она кончается. Покормить Чебурака, потому что знаешь, куда мы с тобой отправляемся сегодня? В джунгли! Фух, я бы сказал, куда, но не скажу. Нет, не в джунгли, а в ад. В зад. Опять? Да, в смысле в опять? Давай залезай. Пришло время убить визера и пришло время скрафтить маяк. Так чё маяк крафтить? Вон пипуку построил из песка и все. Пипука из песка и маяк — это две разные вещи. Меня бьет свинозомби. Я ничего ему не делала. Ну ты уже нарвалась на этих свинок. А я-то тут при чем, пацаны? Я-то тут вообще ни при чем. Это она, я с ней даже не встречаюсь. Я ничего не делала. Слушайте, мы даже не знакомые люди. Что она вот там делала, это я не делал, потому что я как бы здесь... Здравствуйте, он у нас дома. А домой-то к нам вы зачем пробрались, а, собаки? И что мне с ним делать, убивать его? Просить прощения. Простите, я вас убью. Ну тогда они тебя никогда не простят. Давай, проходи вперед, проходи. Да не в эту сторону, мы с этой стороны пришли. В ту сторону, проходи вперед.
уже по простроенной дорожке, мы сюда ходили 150 тысяч раз, ты можешь как-то быстрее это делать дело? Мне страшно. Тебе, так ты shift зажимай, я помолись, пожалуйста, богу свинозомби, чтобы они нас больше не трогали. И, пожалуйста, сама их больше никогда не трогай. Я не трогала. Ага, да, конечно, поэтому они просто взяли и начали тебя атаковать, да? Ну я серьезно, может быть я нечаянно нажала, когда заходила, он там рядом был. Но я не хотела, я не специально. Давай, давай. А ты где? Под предыдущей серией я прочитал коммент, где один подписчик написал, что, мол, Эдисон, ну как бы пора бы уже убить Вейзера. Сколько можно? Скоро 30-я серия. И на самом деле, да, я согласен. Но перед тем, как на... Что? Кто такой Визер? Трехголовый чудак, которого надо убить, с которого выпадает звезда, из этой звезды можно сделать маяк. Но перед тем, как напасть на вот этого скелета вот этого, надо Кате экзамен устроить, а то она уже забыла, кто есть кто. Катя, быстренько, на счет раз, два, три, как делает... Ты еще экзамен не прошла, уже нарвалась на этого скелета. Да! Подожди, подожди, не бей его или бей, я не знаю, делай что хочешь, сейчас, подожди, я простроюсь. Я убила его, бедный Йорик называется. Новое достижение, бедный Йорик, а у меня что, иссушение? Тебе случайно там башка никакая не выпала? Башка никакая не выпала, мне выпало иссушение на 6 секунд. Да боже. Пока мы бежим, Катя, на раз, два, три, быстренько, как делает газ? Как делает газ? Еще раз? Хорошо, хорошо. Как делает свинозомби? Как? Как делает скелет и сушитель? Я даже не знаю, я его первый раз в жизни делаю. Он просто делает так. Ну, он типа просто костями своими перебирает, поэтому он типа просто... Здравствуйте! А головушку вы мне дадите в этой серии или нет? А у кого ты спрашиваешь? У него же спрашиваешь. О, пацаны, чё вас так много? Чё вас так... Как, не бей его, не бей! Ой. Я не била его. Я вообще стояла рядом, наблюдала. Здорово! Здорово. Да я не тебе. Мне... Я вообще ничего не понимаю. Чё мы сейчас делаем? Да кто меня бьет, ёханый бабай, почему я опять горю? А вон желтая фигня крутящаяся, вот она. О, кстати, как Ифрит делает? Скажи мне, пожалуйста. Ифрит? Это кто? Ну вот этот Блейз летающий, его зовут Ифрит. Я не знаю. Нам нужно из этих скелетов и сушителей выбить три их головы. Там также шанс на самом деле минимальный. Наверное, такой же практически, как выбить три зубец. Поэтому мы здесь примерно на ближайшие 194 серии застряли. Вот. Но зато как только... Ох, я знаю, как делает вот этот Блейз. Он делает... Ага. Очень странно и очень сложно делает. Поэтому... Да хватит! А кто это? Вот я говорю, это Блейз вот этот. Я его первый раз вижу вообще. Вот тот самый сушитель, точнее, вот тот самый скелет, которого нам с тобой нужно убить. Давай я убью, мне по-любому выпадет его голова. Нет, не выпадет. Ну так... тебе ничего не выпадает, ты лох, ты вон три зубец 500-го раза выбил только. Ну так как раз таки прикол в том, что мой меч зачарен на добычу 2, и мне по сути голова должна выпадать намного чаще, чем тебе. Да, но учитывая, что у тебя даже такая везучая кирка или меч, не помню, мне все равно везет больше, чем тебе с ней. Или с ним. Ну, кстати, что правда, то правда. Но зато будем стараться... Ой! Ты с ума сошел? Да я тебе ничего не делал в этой жизни! Отстань! Ага, до свидания. Я хотела прыгнуть на него и убить в полете. А я что-то как-то слишком испугался. В смысле ты хотела прыгнуть и убить в полете? Ты кто, Супермен ехали бывает, чтобы в полете его убить? Так ты в лаву-то прыгнул. Я в себя поверила просто. Лишний раз ты в себя поверила тогда, когда не надо. Здравствуйте! Здравствуйте! Я тоже что-то как-то немножко зафейлился, поэтому попытка номер 2, Катюх, давай. Пожалуйста, больше не надо верить в себя и не прыгать куда-то в пропасть, чтобы якобы убить
Гаста. Да потихонечку смотри. Опа, шандарахнули. Опа, шандарахнули. И возможно, когда-то в этой... Да, возможно, когда-то в этой жизни с него все же что-то да выпадет. Я... О, здравствуйте. Я очень сильно на это надеюсь. Как вас много, ёхали, давай. Последний остался. Да. Так, подожди. Тебе что-то выпало там? Ничего. Увы. Ой, а куда это мы спустились? Подожди, здесь у нас есть... Я не верю, нет. Что там? Нет, честно, я не могу поверить. Это не... Мы не читерили в этой жизни никогда! Я... А ты уже с тороты взяла все, да? Конечно, я-то в таком шоке сейчас. Блин, нифига, вот это повезло. В смысле повезло? Так, подожди. Здесь, в этой части крепости мы еще не были. Мы просто сейчас зашли и в одном сундуке... Поставь обратно. Закинь обратно. Почему? Закинь обратно. Обратно закиньте алмазы. Вот 5 алмазов. Нет. Выложи обратно эти проклятые алмазы в сундук. Почему я должна их выложить? Я могу их... Сейчас в комментах начнут все писать то, что это невозможно, и то, что мы с тобой их не читерили, хоть я просто два зуба своих даю, то что я первый раз... Да я все свои зубы отдам, потому что мы не читерили, это реально, ну, нафига? Кать, я играю в Майнкрафт 6 лет, за эти все 6 лет я не видел ни разу, чтобы 5 алмазов спавнились в одном сундуке, это просто невозможно. Ну и что, давай мы теперь их здесь оставим, да, потому что так это не... Так я про это и говорю, оставь эти алмазы здесь, чтобы нас в комментах сейчас не засирали, то, что якобы мы читеры. Хорошо. А вот если в комментах напишут то, что мы можем забрать эти алмазы, значит, в следующей серии мы их заберем. Я отвечаю, но я... Да это бред какой-то, мы ничего не читерили, блин, мы увидели, забрали, все, я бы могла шлем сейчас себе сделать. Кать! 5 алмазов в одном сундуке. Это просто практически нереально, чтобы столько много алмазов заспавнилось в одном месте. Я тебе еще раз повторяю. Ну видишь, значит мы с тобой... Нет, я очень удачливая. Это я открыл вообще-то этот сундук первый. Ну ты открыла, а я удачливая. Это еще почему, если я его открыл, алло? Здорово, ёпта, здорово, дровесеньки, привет! Один пошел, сразу же второй, давай! Дай мне убить! Кать, у тебя нет добычи 2, давай ты просто их будешь приманивать, а я буду их бить по одному. Нет, я буду их убивать! Кать, тебе ничего не выпадет, но я тебе еще раз говорю, ну да, я их буду убивать, ну пожалуйста! У меня добыча 2, ну. Жалко, очень жалко то, что мы прямо сейчас просираем 5 алмазов, то что мы с этим можем поделать, да? Ага. Я не понимаю вообще вот твоей логики, на самом деле. Я бы забрала и пошла дальше. О, здорово, я его убил столк... Короче, он упал и ничего не дропнул. Что? Столкана? Толкан? С туалета, что ли, ты его убил? Ага, да. Не, ну слушай, если до следующей серии кто-то напишет, чтобы мы забирали эти алмазы, я их Едрить меня в пупок! А чё вас так много, я не могу понять? На одному! А я убила эндермена. Кать, ты очень большой молодец, но проблема в том, что мы сюда пришли убивать не эндерменов, а убивать визер скелетов. Отстань! Па! Ты мне сказал не убивать их, это ты там сам занимаешься этим, а, пожалуйста. Кстати, да. Ты уже определись, ай. Я тогда свинозомби пойду убивать. Может, ты не будешь убивать свинозомби? А может быть не буду. А ну тогда не надо. Да отстаньте от меня, пожалуйста. Ёпрст, это меня сейчас убьют. Да ты аккуратнее. Давай быстренько за мной просраивайся за мной. Господи! Ты хотя бы предупреждай, когда людей пугаешь до усрачки. Как я могу предупредить, если я сама не знаю, когда чихну? Ну закричи, я чихаю, и все мы будем знать, то, что ты чихаешь. Ну да. О, а чё их так много? Да не бей ты скелетов, я тебе еще раз говорю. Ой, всё, я пошла домой. Давай. Да! Что такое? Подожди, так когда ты... Подожди! Так ты же получила ачивку в начале, бедный Йорик. Это значит, да, что... Ты... Посмотри, пожалуйста, в инвентаре, тебе выпала случайно башка или нет? Череп визера скелета, она такая черная квадратная. Череп визера скелета, я думала это. Тебе выпала башка визера скелета?
Да, я думал, это просто черный блок, типа Незерит и Вейкер. Она первый раз в жизни убила визера скелета без зачарования на добычу 2, как только пошла сегодня серия. И сразу же выпала башка. Я думала, это Незерит и Вейкер печи, или просто черный блок какой-то. Она выбила голову визера из сушителя из первого визера и сушителя. Понял, да? Выкуси, выкуси, что ты мне говорила? Ты не убил, да, я не убивай первого в жизни своего скелета этого убила, да получила за него. Да твоего скелета убила, да. И у тебя один есть визер скелет, Фель. У меня есть одна первая башка визера скелет. В следующей серии добываем третью башку визера скелета, убиваем визера скелета. Вот так вот. Ой, какие красавцы, какие красавцы, слов даже нет. Смотрите, я успешная молодая женщина, выбила эту замечательную штуку с первого раза. А вот этот молодой человек выбил со 101 раза. Вот. Спасибо за минутку восхищения собой же, Екатерина. Мы прекрасно знаем, что тебе больше везет в этом сезоне, чем мне. Но если мы хотя бы наберем 70 тысяч лайков, тогда вы дадите мне знать, что и мне хотя бы в чем-то везет. Хотя бы в лайках. И что я реально не такой лохопут, как ты меня вот вообще считаешь. Вот. Посмотри на меня. О-о-о, прям написано. Ох. Ничего там не было написано, она, мне кажется, врет. Сама лох! Да-да-да! О, свина-зомби, здравствуйте!